Вот второй вопрос. Мухтар, я ранее глубоко верил вам и уважал, но вы почему ни слова не написали про Арона Атабека? Он что, знает скелет в вашем шкафу? Вот вам вопрос, пишу. Но я этот вопрос отвечу очень просто. Во-первых, все скелеты, которые якобы у меня есть, они давно уже известны, а по сути этих никаких скелетов нет. Моя жизнь открытая. Наверное, в стране нет ни одного человека, который настолько, что называется, под микроскопом можно рассмотреть. Обо мне много пишут, разного, негативного, и все в открытой, скажем, в открытом доступе. Я уже в стране более 12 лет отсутствую. Если бы какие-то скелеты и были, их бы миллион раз показали. А есть только фальшивки власти. Что касается Арона Атабека. Я, безусловно, поздравил Арона Атабека, когда он вышел из тюрьмы. И, наверное, вы просто не читаете. И немало людей, которые задают мне те или иные вопросы, я думаю, сейчас такого типа вопросы тоже будут, которые говорят о том, что люди просто, что называется, вывалились откуда-то с неба, как с Марса, и задают вопрос, не изучив подробности. А на самом деле есть интернет, можно почитать. По Арону Атабеку я хочу откомментировать следующее. В нашей стране никто не сделал больше для освобождения Арона Атабека, кроме меня. Но, к сожалению, я вынужден открыто это говорить. Я хочу сказать, что в 2006 году, когда я работал в Казахстане, я, как уже многократно выступал и говорил, я организовывал, финансировал и руководил, встречался за рубежом, целый общий курс нашей партии, сначала демократический выбор Казахстана, который был зарегистрирован в мае 2004 года, и он продержался немного, чуть более полугода, затем был запрещен как экстремистская организация, затем был создан АлгаДВК. Так вот, АлгаДВК в 2006 году, когда события происходили в Шанраке, Бака и других местах, когда власть пыталась выгнать людей, сломать их дома, я прямо организовывал сопротивление. Я сегодня по истечению времени могу открыто сказать. Более того, адвокаты, юристы прямо были профинансированы мной через, понятно, определенный круг людей, через партию Алга. И этих свидетелей того, что я говорю, десятки. Если они захотят, они могут публично об этом рассказать. И я финансировал, когда эти дома ломались, я финансировал, к ним поступали денежные средства, чтобы люди восстанавливали свое имущество. И более того, тогда я понимал, что вот это столкновение, это фактически раздел, который может привести к слому режима, если они переступят определенную черту. А черту они переступали, я в тот момент был как раз премьер-министром Даниил Ахметов, и я все время регулярно наблюдал за этими процессами и организовывал поддержку со стороны партии, различных общественных деятелей. Я думаю, они выступят, подтвердят. И тогда же мы освещали все процессы и организовывали борьбу против режима. Судебный процесс освещался газетой «Республик», которую я поддерживал, газетой «Взгляд», газетой «Казахстан», были газеты «СЮЗ», масса средств массовой информации, которые я финансировал, и именно я организовал это сопротивление, поддержку всемерную. Если мы это не организовывали сопротивление и не показывали публично, что там происходит, люди бы там просто были бы раздавлены в один день. И когда 2000 полицейских пришли в Шанрак, и люди там живущие сопротивлялись, чтобы вы знали, что там было, там просто ломали дома, сносили бульдозером. Беременные женщины, пытаясь свести свое жилье, стояли на крыше, их сбрасывали вниз. Это делала власть, это делал аким города Алматы и Мангалита Смагомбетов, что вы знали. У него какие-то есть слепые сторонники, и вы должны знать, что этот негодяй не смотрел ни на что, он сносил жилье этих людей. И тогда наша партия Алга активно помогала сопротивляться людям, а средства массовой информации это все показывали. Тогда были все СМИ подавлены, и именно вот те СМИ, которые я поддерживал, они освещали. Власть в какой-то момент в лице и Мангалита Смагомбетова думала, мы сейчас их разгоним, запинаем и тому подобное. Я же считал, что это приведет к тому, что к массовым столкновениям и к сносу режима. Ну и, собственно, потом неожиданно все затихло, когда сожгли полицейского, когда 2000 полицейских двинулись на Женозень, их закидали камнями, они убежали. И по логике вещей, мы же знаем, как власть действует. Эта власть должна была попытаться применить силу. Тогда бы это привело к массовым столкновениям уже в масштабах всего города. Это как бы была бы вспышка. Но неожиданно власть отступила.
И я могу свою позицию сказать. Вот люди обвиняют Арона Атабека, что якобы там он участвовал в поджоге полицейского. Во-первых, он не участвовал. Я вам могу сказать, что он был как раз одним из тех, который останавливал отчаявшихся людей, когда этого полицейского привязали, облили бензином и угрожали сжечь, если эти 2000 полицейских снова двинутся на Шанрак. Они реально хотели это сделать, и у них не было никакой возможности, кроме как вот встречную угрозу выдвинуть. И когда это происходило, Арон Атабек был противником этого. Он возражал. Он не был ни каким-то бандитом, убийцей, как его сейчас многие обвиняют. Нет, он был как раз в числе активно сопротивляющихся, и он как раз удерживал, чтобы не применялись такие жестокие методы. Второе. Я скажу свою оценку по поводу этого полицейского. Когда люди жалеют этого следователя, молодого там 23 или 24-летнего молодого человека, я скажу так, я его не жалею. Я говорю открыто в этом эфире, потому что жилье человека неприкосновенно. Каждый имеет право защищать свое жилье имеющими своими средствами. И когда эта власть действует бандитским методом, у человека не остается никакого способа, как отчаянно защищаться. Когда женщин беременных сбрашивают со второго этажа, с крыши дома, мы должны беспощадно относиться ко всем тем, кто переступает эту черту. И этот молодой человек, он был просто следователь. Это не его функция, это не спецназ. Он не судебный исполнитель. Он пошел туда сам, он мог отказаться. И он участвовал в противоправных действиях против граждан и получил свое. Да, жестоко, да, его сожгли. Но я считаю, что с ним поступили справедливо. С этими бандитами по-другому невозможно было в тот момент действовать. Я не то что оправдываю, я поддерживаю и считаю, что этих бандитов надо жестоко наказывать за то, что они так бесчеловечно поступали с людьми. Дальше. Все эти годы, начиная с 2006 года, наша политическая партия все время поддерживала Арона Атабека. Мы и оказывали международное давление. Я сам лично много ездил за рубежом. Я вам скажу так. Ни один человек, который поддерживает Арона Атабека внутри страны, не может сказать, что он сделал столько, сколько сделал я. Мы и оказывали международное давление. Масса международных резолюций вышла благодаря большой группе правозащитников, работающих за рубежом. И я в том числе ходил на эти встречи и требовал освобождения. Поэтому никто меня в этом не может упрекнуть. Никто. Я еще могу потом очень много подробно рассказывать детали. Наверное, и сам Арон не знает ничего. Но я сегодня, раз такой вопрос есть, открыто говорю, что больше меня... Никто не боролся за освобождение Арона Атабека. В 2018 году, 10 мая, мы провели после длительного перерыва митинги с требованием свободы политическим заключенных. И Арон Атабек был на наших плакатах. Все митинги, которые были с 2018 года, были требованием свободы политическим заключенным. И в том числе там был Арон Атабек, Мухтар Джакишев и масса-масса других активистов. Это все организовывает политические движения «Демократический выбор Казахстана». Все остальное, кто что-то говорит, это пустые разговоры. Именно наша организация все это делала.